Старший лейтенант полиции Екатерина Сторожева с детства мечтала работать с животными. Так и получилось. Вот уже больше 10 лет она работает кинологом. Замечательная работа, которую я люблю, слава богу. Не каждому, наверное, везет так найти то, что хочешь. И семья, муж, двое детей, твой мальчишка, я счастлива. Ты еще и дома собак с кошкой, я вообще счастлива. Сейчас в помощниках у Екатерины две немецкие овчарки – Яшма и Аза. Собаки работают по разным профилям. Яшма еще маленькая, ей всего год. Когда заступит на службу, будет искать взрывчатку и оружие. Азе 4, она уже опытная ищейка. Ее цель – найти запрещенные вещества. В одной из этих сумок спрятан имитатор наркотиков. Задача 4-летней Азы – обнаружить его. Четвероногий помощник справляется за каких-то несколько секунд. После того, как собакам исполнится 8 лет, они уходят на пенсию. В обязанности Екатерины входят не только дежурство, но и воспитание молодняка. Даже с маленькими, со всеми этими собачками, с которыми работаем, я имею в виду с малышами, то есть, да, со щенками, все начинается именно с доброты, как с детьми. Все начинается с игровой формы, также с ними сюсеньки, пусеньки, как в детском саду. Потом уже, да, немножко пожестче, какие-то определенные рамки ставятся собаки. Но это уже попозже, но без всякого насилия, то есть этого вообще нет. Екатерина, как сотрудник, могу сказать, многопрофильная, если так сказать. И собаками умеет заниматься, и спортом занимается, и представляет наш центр во всяких мероприятиях, опытных сотрудник. Ну, как говорит опыт сотрудник, у нас, если человек не проработал отделение разведения, где еще нет разводит, только оттуда и уходит у нас этот, значит, и не работал. Говорят, прекрасный пол лучше налаживает контакт с животными. И поэтому среди самарских кинологов больше половины – женщины. Вместе со своим верным помощником они раскрыли сотни преступлений. Мария Илчан, Максим Гусев, «События».